Thank you.
Thank you.
Так, ну мой хороший, уже поздно. Пора ложиться спать. Пойдем отдыхать. Мам, еще немножко. Ну нет, я так не могу. Уже все поздно, я сама устала. Давай пойдем спать. Мам, спой мне песенку. Песенку? Ну давай, песенку спою. Мриданга играет бум-бум-бум. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Мриданга играет бум-бум-бум. Пока мы поем Хари Кришна. Звенят караталы, дин-дин-дин. Дин-дин-дин, дин-дин-дин. Звенят караталы, дин-дин-дин. Когда мы поем Хари Кришна. Играет гармошка, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Играет гармошка, ля-ля-ля. Когда мы поем Хари Кришна. Песенку спели, теперь точно надо ложиться спать. Мам, расскажи мне сказку. Сказку? Давай тебе историю расскажу про Радху и Кришну. И про жемчужные деревья. Мам, жемчужные деревья не бывает. Ну как не бывает? Там, где есть Радха и Кришна, там всегда происходят чудеса. Однажды в небольшой позе Радхарани вместе со своими подружками нанизывала бусы на нити, чтобы сделать украшения для своих коров. Thank you.
просто немного жемчуга. Когда я посажу его в поле, то тогда, когда вырастут деревья, я соберу жемчуг и сделаю украшение для своих коровок. Но Гапал, на свете не существует жемчужных деревьев. Есть банановые деревья, манговые деревья, фрукты, ягоды, злаки. Но боюсь, если ты посадишь жемчуг, у тебя ничего не получится, ведь это не семена. Ну, мама, дай мне просто жемчуг, и все ты увидишь. Гриша. Спасибо, мама. Чтобы поливать свои жемчужные деревья. Ха-ха! Ничего у тебя не вырастет! Ничего мы тебе не дадим! Ишоде, и у нее попросил молока. Ну, конечно же, она Ничего я вам не дам! Значит, сам!
который будет намного больше, красивее и лучше твоего. Тогда гопи пошли к своим матерям, и они выпросили у них самый лучший жемчуг. Они его поливали молоком, йогуртом и даже ги. Thank you.
Ну что, готовы? Ребят, готовы? Да. Все, со словами «Кришна, помоги!» Мы обычно так выходим. «Кришна, помоги!» Мы начинаем, да? Однажды вечером вместе с Джейшка, Радха и Кришна не спеша брели по лесной тропинке. И вдыхая пьянящий аромат цветов. По мере того, как они приближались к зарослям, расположенным по пути, один невзрачный маленький цветочек начал плакать в великом беспокойстве. Почему я так несчастен? Почему у меня нет аромата, которым я бы мог порадовать Кришну? Он не принимает бесполезные цветы под меня. Понесите, у меня нет надежды доставить ему удовольствие. Утвердившись в своем намерении, он силой рванулся с ветки и упал без сознания на лесную тропу. Но Шримати Радхарани, услышав жалобы цветочка, указала на него своему любимому Шьяме. Шьям милостиво наклонился, поднял его с земли и с радостью поместил на верхушку своей короны в качестве главного цветочного украшения. Радхе Говинда, Кришна Гопая. Продвигаясь вглубь густого, но очень красивого леса, Кришна и Радхарани остановились отдохнуть в одной из кунж. Они созерцали красоту друг друга и были приглашены приятной беседой. Он схватил трость и закричал: «Я тебя защищу!» Затем Матхумангал ворвался в кунжу и начал рубить воздух своей тростью, отгоняя шмеля. Затем у шмеля возникла мысль: «Надо поскорее отсюда улетать! Поскорее взять!» Он подумал, что поскольку увидел лицо Радхарани, то уже достиг совершенства и вылетел из кунжи. Больше беспокоиться не о чем, нечего бояться. Он ушел, Матху Судана ушел. Так он назвал шмеля, но Радхарани подумала, что он сказал про ее возлюбленного Шьяма. Ее сразу же охватила грусть. Почему же он ушел? Неужели я его оскорбила? Мое служение было недостаточно? Почему же он ушел? Почему он покинул меня? Почувствовав разлуку с Шьяма Сундарой, она залилась слезами, несмотря на то, что она сидела рядом с ним. Шьяма Сундара посмотрел на Радхарани и понял ее настроение.
какой же необычной любовью она любит меня, что даже рядом со мной она чувствует разлуку. И никто меня так не любит. И когда он начал думать об этом, он также начал плакать. И Радха и Кришна сидели и заливались слезами по отношению друг к другу любви. Увидев, в каком состоянии находятся Радха и Кришна, попугайчики Шука и Шари начали повторять их имена. Лати, Лати, Лати. Повторяла Шари. Кришна, Кришна, Кришна. Повторял любимый попугайчик Кришна Шука. Услышав имена друг друга, Кришна, Радха и Кришна пришли в себя. Тем временем из их слез образовалось озеро. Сейчас оно известно под именем Према Саровара. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.